Дорогие друзья, в этом видео я не буду рассказывать предрассказы турецких сериалов. Немного расскажу в общем, что будет с нашими любимыми турецкими сериалами. Некоторые турецкие сериалы сделают перерыв на 2 недели в связи с эпидемией коронавируса. Однако возвращение в эфир любимых проектов в конце месяца ждать не стоит. За датой выхода любимых сериалов следите за нашими видео. Страница наша будет часто обновляться и будут также появляться новые видео. И мы будем обязательно вам рассказывать, что будет с сериалами. На данный момент я могу рассказать о сериалах, которые приостановят свою работу, и про сериалы, которые собираются вообще закрыть съемки. В первую очередь это относится к сериалу «Жестокий Стамбул». Появилась такая информация, что сериал делает финал на 40-й серии, но это еще не официально. Также сериал «Воссоединение» проект сделал финал на 44-й серии. Сериал «Хикимуглу» 17 марта проект делает перерыв в съемках из-за коронавируса. Так как я уже говорила про сериал «Раму», проект также делает перерыв в съемках в связи с коронавирусом. Сериал «Стужа». Появилась также информация, что сериал делает финал на 10-й серии, но также это еще не официально. «Чудо-доктор». С 20 марта проект делает перерыв в съемках, также все это из-за этой эпидемии. «Любовь на показ». Сменил день трансляции с субботы на четверг. Сериал сделает финал на 38-й серии. Сериал «Чемпион» делает финал на 35-й серии. Но все же я могу вам точно сказать, что это еще не официально. А для того, чтобы точно узнать, что будет с нашими любимыми сериалами, вам нужно следить за нашими видео. И обязательно пишите в комментариях, что вы, возможно, слышали и, возможно, уже узнали нового об этих сериалах. И что вы думаете по поводу этого. До скорой встречи!